Темпы строительства Остужевской развязки заметно выросли. Строители приступили к сборке последнего пролета автомобильного моста на пересечении улиц Минской и Остужева. Балки устанавливаются на опорные колонны, затем их скрепят между собой, забетонируют, сделают гидроизоляцию и уложат асфальт. Этот мост расположен над улицей Остужева, и проехать по нему можно будет в сторону Репного и ОБГИБДД, причем как по прямой, так и поворачивая с улицы Остужева. Для заезда на мост сейчас активно строят так называемые лепестки, ведь будущая развязка похожа на цветок клевера.